Ответить на вопросы, получить книгу в подарок. Традиционно 1 сентября сотрудники библиотеки имени Пушкина совместно с воспитанниками волонтерского объединения «Нокаут» принимают участие в интеллектуальном марафоне «Бегущая книга». «Бегущая книга» приурочена ко Дню знаний и к 75-летию развития атомной отрасли нашей страны. У ребят заранее подготовлены вопросы о нашем городе, об истории города. И с этим опросником они сейчас пойдут по ближайшим улицам города. Горожане будут отвечать на вопросы, а ребята будут дарить книги наших саровских писателей. Ребята спрашивали у саровчан, знают ли они, как наш город назывался раньше, почему он закрыт и кто из ученых создавал ядерное оружие. Для многих вопросы оказались простыми. Сложности не было, интересные про город. Нам задавали много вопросов по поводу нашего города. Мы узнали то, что как расшифровывается «Орфеат». Мы еще должны узнать, как у нас будет расшифровываться «НЕВ». Для библиотекарей марафон – это способ привлечь новых посетителей и привить им интерес к чтению. А также представить библиотеку как место, где можно интересно, весело и с пользой провести время. Для ребят такой интеллектуальный забег – отличный способ пообщаться, найти новых друзей и узнать для себя что-то интересное. Важно знать историю своего города – это в первую очередь. Чтобы, например, с легкостью отвечать вот вопрос вот этой акции, например, или просто для того, чтобы рассказать внукам своим или сыновьям. Сотрудники библиотеки имени Пушкина приглашают всех желающих принять участие в онлайн-акциях и тематических программах, которые пройдут в сентябре. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте библиотеки. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.